Бесплодная смоковница совсем не виновата. Еще не время ждать ее плодов. Слова любви Христа, как громовым раскатом, засохли листья, сорван был покров. Кто пережал к корням достаток влаги и высушил каналы влаги у ствола? В тени сидевший тот ствол уже не гладят, нашел, мол, отпущение козла. Мне видится, как крона задрожала, и капилляры в листьях обмелели. Вот так и наша русская держава без слова Божия кренилась влево, влево. Плод благовестия не найден, его нет. Одних богослужений хвастовство кустится. И с проповедью в мир не проложили след, трясли «Святая Русь!» и пожелтели листья. Не ожидал никто такой финал, в испуге на засохшее воззрились. Тысячелетий Дух Божий к слову звал, орел двуглавый был совсем бескрылый. Тот ствол смоковницы пустили на престол, на аромат засохшее собрали. От пня застывшего какой же толк? Под слоем пыли оживет он вряд ли. Бог силен влагой корни напоить, отростки новые дадут свои побеги, и зелень брызнет из-под церковных плит, и выйдет в первые, кто счислился последним. Смоковница уважила Закхея, с нее он мог увидеть Иисуса. Он сам как плод, в котором Божье семя, насытивший других нездешним вкусом. В смоковных листьях явно недостаток прикрыть сучки и дупло у бесстыдства. С Христом плод милости и никогда иначе. Без слова Божия обряд в засохших листьях. 5 мая 2007 года.